Срок процедуры закупки таблеток и передачи их конкретному получателю в Ульяновской области теперь сократится на 27%. А это значит, что необходимые препараты лечения пациенты будут получать и начинать на 20 дней раньше. В регионе приступили к цифровизации сферы закупок лекарств и изделий медицинского назначения. Так, новая система позволяет полностью исключить человеческий фактор, избавиться от бумажных носителей, а главное – достичь прозрачности в системе закупок, которая долгое время в Ульяновской области находилась в запущенном состоянии. Раньше специалист заказчика эту спецификацию набивал вручную. То есть в случае, если у нас здесь одна позиция, то это несложно. Но так как показывает практика, перечень лекарственных препаратов очень большой и количество позиций очень большое, да, то при набитии вручную информации в систему госзаказ возникали, во-первых, это занимало очень много времени, во-вторых, возникали ошибки. Сокращению сроков предшествовала долгая, скрупулезная проработка технологической части новой системы. Суть цифровизации состоит в интеграции двух информационных систем – АЦК «Госзаказ» и медицинской информационной системы. Они работали и раньше, но по отдельности. Именно это и тормозило процесс закупок. Из-за этого возникали ошибки во время самого процесса, что прямым образом влияло на сроки проведения торгов. К концу 2019 года у нас 5 учреждений будут участвовать в пилотном проекте по вот этой цифровизации в сфере закупок. То есть формирование потребности от начала запроса коммерческих предложений до момента поступления уже аукционной документации, технического задания проекта, контракта уже в департамент госзакупок. Сейчас в пилотном режиме для своих пациентов медикаменты по новой схеме получают в областном онкологическом диспансере. Разницу ощущают и сотрудники аптеки медучреждения. Доработанная система персонифицированного учета препаратов теперь формирует потребность в лекарствах в автоматическом режиме. Упрощается также процесс согласования и передачи уже готовой заявки в отдел закупок. Процесс вообще очень здорово убыстряется, потому что раньше мы делали, формировали все это в Excel, собирали бумажные заявки с отделений. Конечно, это все занимало определенное время. Сейчас это быстро и просто, это удобно. Весь процесс закупок состоит из 5 частей. Это расчет количества, проработка начальной цены контракта, планирование, определение поставщика и заключение контракта. Согласно модификации информационной системы закупки, первые 2 этапа сокращаются в 3 раза. Рената Алиулова, Юрий Конихин, Новости Улправды ТВ.